Всем привет! С вами Вексель Реал и игра Alien Shooter. Ну, вот такая вот игра. Начинается она сразу с обучения. Вступаем резко в бой. Сейчас сразу вы и посмотрите, что да к чему тут. Я, как обычно, ее нашел на просторах интернета. Она мне понравилась. И я решил поделиться своей радостью с вами. Так, для победы, понятно, добавить в отряд, кого-то добавим, нанять сейчас, мы можем еще нанять, ну пока первая миссия будет обучающая, ничего толком не посмотрим, да? Для начала боевых действий разместите солдата на поле боя. Все, я вспомнил, из-за чего она мне понравилась, да, это типа как Power Defender, только вместо башен солдафоны будут. Да, я вспомнил. Ну, она интереснее. Вот, откровенно я вам говорю. Тут все поприкольнее будет. Они как бы стреляют сами, но, насколько я помню, вроде чем-то можно будет помогать. Когда набираешь какое-то определенное количество очков, появляются вроде гранаты. Можно совершенствовать солдатов вроде бы. У вас достаточно кредитов для того, чтобы отправить в бой еще одного солдата. Сделайте это прямо сейчас. А, вот, видите? Деньги насобирали, взяли еще одного солдата. Тут две волны сверху показывает. Ну да, Power Defense, только без башен. Вы можете досрочно запустить следующую волну противников, получить дополнительную награду, точно. Давайте сделаем. Немножко бабла побольше будет, я так полагаю, можно ускорить их чуть-чуть. Первая миссия наверняка будет очень легкая. У солдата заканчиваются боеприпасы. Купите ему еще одну обойму. Отлично. И этому можно купить, да? Нет, как? Видимо, пока не закончится, ничего не купим. Ну, давай, побыстрее побежали. Стоп. Никто не прорвется тут, что вы резво помчали все. Сейчас посмотрим. Не, никто не прошел. Не надо тратить ничего. Так, за просмотр ролика бонус. Не хочу. Итого 618. 10 кристаллов. На карту. Следующая миссия будет потом. Поздравляем. Нам прислали бесплатный ящик. И что в нем? Можно там, я видел, легендарное уникальное оружие. Поднимите пальчиком. Дробовичок. Еще один дробовичок. Калашников какой-то. Снайперская винтовка. 1000 монет. Какой-то зеленый дробовик даже дали. А тут можно получить редкое, уникальное и легендарное. Фиолетовое, значит, покруче, да? Ускорить разработку. Нет, спасибо. А тут что? Купить взрывчатку. Ящик можно купить за 5000, за 79 кристаллов. Так, это... А тут чего? Попробуй. Фри. Другие игры. У вас еще что-то есть. Обязательно посмотрим. А где игра делась на карту? Войска. Что у нас в войсках? В ящике снабжения вам выпал дробовик с рейтингом 3. Рейтинг... Это общий уровень качества оружия. Чем он выше, тем оружие лучше. Я понял. Хорошо. Продолжить. Ненужное оружие с низким рейтингом всегда можно разобрать, получив материалы и кредиты. Разобрать. Да. Вы можете использовать для модификаций. Хорошо. У вас есть дробовик с рейтингом 82. Он мощнее, но и цена за обойму выше. Купите его пустой слот. Для оружия... Ладно. Я понял. Экипировать, вот. Хорошо. Что дальше? Можно завербовать еще одного бойца. А если я не хочу играть? Я хочу еще с войсками поиграться. Хорошо, дробовик. У нас есть один, но я вижу, что у нас есть... Требуется третий уровень, не можем экипировать, да?
А это что? Обучить навыки. Боже, сколько у него тут всего. Тренировка. Интенсивная тренировка. Стоимость 0. Выучить навык. Что этот навык дает? Скорость стрельбы и увеличение. Вложите одно очко. А у меня очков больше нет. Понятно. А если 750 тренировки, еще одно очко дадут. Да, 14. А интенсивная тренировка 6 кристаллов. Значит, хлоп, у нас уже третий навык. Обучить мы можем какой-то навык ему еще бабахнуть. Либо сюда. Увеличение разброса. Увеличение. Предыдущий навык. Еще нужно вложить одно очко. Все, очки закончились. Хорошо. Что здесь есть еще у него? Обучить. Стоимость тренировки. Ну, давайте обучим. Не хватает чуть-чуть. Ладно, добавим. Интенсивная тренировка. Минералы закончились. Окей, пускай тренируется просто так. У нас есть еще один боец. Он у нас Сузи. Ну, ежешь у него вот такой еще автоматик калаш. Пускай тоже будет. Разобрать и улучшить. Улучшение. В наличии требуется. У нас кое-что закончилось. Улучшить не сможем. Что по тренировке? Стоимость тренировки тоже не можем сделать. В навыках у него 0 очков. Короче, чтобы что-то делать, надо играть. Нанять за 1500... Какой-то пулеметчик, огнеметчик, наверное. Есть у нас снайпер, мы можем нанять. Снайперская винтовка есть, есть ракетчик. О, короче, тут много всяких, да? Целых 7 бойцов разных. Это прям навыки можно изучать. Урон по броне, дальность. Скорость стрельбы, объем магазина, дальность. Тоже много чего, да? Войска, навыки. В магазине мы уже были. И играть карта. Ну, в принципе, все. С интерфейсом более-менее разобрались. Почему там одна звезда? Понятно. Можно сыграть несколько раз, чтобы получить за тяжелое вообще он 15 кристаллов. Давайте попробуем все три раза сыграть на одной и той же миссии. Она вроде как простенькая такая. Добавить в отряд. И чё? А почему этот, пока он на тренировке, я его не могу, что ли? Плохо. Я на это не рассчитывал. Пока он тренируется, не можем. Ладно, давайте с автоматчиком сыграем. Как есть, так есть. Понеслась. Так. 35 нам нужно, чтобы еще одного нанять. Отлично. Ой, ты что, закончился? Ой, что это было? Я не знаю, что я сделал. Я, походу, его продал. Заканчивается боеприпас. Одного из этих я продал. Короче, я что-то тут неправильно сделал, видимо, сразу, да? Ну давай, 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 давай. Капец. У меня прорвались. Отлично. Меня прорвались, и я проду. И у него еще и оружие закончилось, да, супер. Да, идите уже, давайте. Это слив, ребята. Я понял. Починить. База разрушена. Сдаться. Сдаемся. 220 у нас есть. Войска. Интенсивная тренировка 17 стоит, у нас 12. Не хватает. Попробуем еще разок.
Может, тут за это что-нибудь дастся, за второй. Давайте на легком здесь сыграем. Потом остальные звезды будем. Интенсивная тренировка. 17 нужно. У нас нету. Ладно, хорошо. Пока никого не можем. В любой момент вы можете увеличить. Ладно, я понял. Откуда они тут начинают и где наша база? Начинают они отсюда, ясно. Значит, здесь вот самый лучший вариант поставить его. Первая волна. У нас 45. В принципе, мы можем сразу двоих поставить, да? А, я понял, я его уволил, да? А, используйте паузу. А это что? Бомба. Ясно, чтоб не прорвались. Ну, вы все равно, ребята, не пройдете. Мы вас встретим тут. Я, пожалуй, мимо здесь поставлю одну. Еще одну здесь. На всякий случай. Идите, идите, идите. И есть контакт. О! Вот здесь вот еще одного парня. Дополнительные деньги. Это хорошо. Так, мины где ждут? Вот так вот вам. Зря? Ну ладно. Может быть и не зря. Так, все, давайте, бегите, бегом. Ой, сколько вас тут. Надо постоянно следить, чтобы патроны не кончались. Так, вроде всех ушатали, да? Еще кто-то будет? Алло. Все, наверное, конец. Так, один там остался. Застрял, ну. И как мне его теперь выбить отсюда? Блин. Отлично. Так, 486, 10 алмазиков на карту. Значит, что у нас тут в войсках? Надо, наверное, закончить ему тренировку как-нибудь. 706. Экипировать дробовичок. Отлично. Интенсивная тренировка, стоимость, да. Давайте закончим ему тренировку. Есть очки навыков. Объем магазина увеличить и разброс. Это что дает? Скорость стрельбы. Давайте разброс немножко увеличим. Что там дальше? Урон по броне 100%. Все, в принципе, не за тренировка. Что тут? Тренировка может быть за 450, да? Интенсивная первая ускорить. Ну, за 2 ускорим. Увеличение дальности стрельбы на 5%. Нормально. Все. Пока хорош. Хорош. Кто у нас тут вообще в войсках есть? Пока двое. Вот теперь я точно хочу пройти на нормальном. Начать. Добавить в отряд. Вот, теперь у нас двое. Снаряжение у него поменять как-то можно, да? Нет, ладно, пускай будет так. Крутой на первом месте. Все, играем. Уже два разных. Значит, где тут у нас самое будет пекло? 48 сюда. Все, понеслась.
Отлично. Двадцать семь. Следующую волну запускаем. Мины закончились, вот что. И давай мы стреляем чуть-чуть, чтобы я мог кого-то еще дополнительно поставить. Мало ли прорвутся. Фу, какой он крутой, боже, а. У него патроны заканчиваются. Ну, не надо купить. Отлично. Он всех один ушатал. Ну, 1000 еще золота, нормально. 1198. Вообще супер на карту. Что мы можем тут еще в войсках прикупить? Огнеметчик. 1500 нам не хватает. А чем дальше, тем короче круче, да? Тренировку запускать нельзя. Тогда он не будет его в этом. Короче, вы поняли. Его не будет. В отряде не сможно будет добавить. Ладно, хорошо. Это, по идее, нам не надо уже. Разбираем ее. Мы что-то там получили. Ну и все, отлично. Это у нас экипировано. Мы можем даже его улучшить. Требуется 52, 0 и 1250. Урон улучшится и скорострельность. Вообще круто. Три раза можно улучшить. Даже оружие можно улучшать. Вообще супер продумано. Все классно. Но, наверное, может закончиться все быстро. Ух ты, тут скоро сундучок будет какой-то. Нет, я хочу пройти на тяжелом. Еще разок. Так, в отряде все есть. Отлично, значит, играем. Стоп, как назад? Блин, что там с амуницией что-то было? Ай, ладно. Хорошо. Пожалуй, так поставим. Все, понеслась. Давайте. О, дополнительная денежка упала какая-то. 20. 20 чего-то. 20. 20 голды. Давай скорее. Что он быстро так разбирается с ними со всеми, что я даже не успеваю сообразить, что уже никого нет. 38. Отлично. Ставим парня. Ой, что-то я зря, наверное, не закончили быстрее. Все, 15 и на карту. Отлично, 15 кристаллов еще даже забабахали нам. Вообще супер. Что-то я там видел. Так, 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 войска. Войска, войска, войска. Мы можем... А кого мы можем нанять, в принципе? Экипировано, экипировано. Может, нанять его... Будет доступно после выполнения третьей миссии. А, я его не могу нанять пока что. Значит, нам надо просто сыграть. И все. Давайте сыграем. Тут вот у нас есть вторая миссия. На второй сложности. Будем заранее проходить сразу по три, чтобы не возвращаться потом. Что тут в амуниции горит? Я не могу понять. А, добро пожаловать в амуницию. Экипировать. У нас есть одна штука, да? Эти у нас кончились. Снимем. Есть у нас дроны. Экипируем. Дроны снабжения. А, патронов подвезут. Отлично. Значит, можно сыграть. Ну-ка, ну-ка. Ой, где я? А, все, понял. Это же та миссия, ясно. Значит, сюда ставим крутого парня. И понеслась. Ай, какой классный парниша. Походу, тут никто не пройдет. Мы тут ушатаем, наверное, всех, кого только можно. Ты не пройдешь! Ух ты!
Прорвались. Главное, на всякий случай поставим там. Только что что-то горело такое интересное. Ох, ничего себе, они сильные, как я. Фу, у них, блин, броня такая была. Почти прорвались. Ладно, на карту. Что там у нас произошло? О, так это только вторая миссия была. Ничего себе. Ладно, ну-ка, тяжеленькую теперь здесь оценим. Хорошо, снаряжение у нас кончилось, походу, да? Покупать не будем динамит. Надо, значит, как-то распланировать так все красиво. Чтоб все-таки никто не прорвался. Так, а вот пошли эти. Всем подкинули оружие. Эти прорываются. Дополнительные деньги. Эй-эй-эй-эй-эй. Не-не-не-не-не-не, не сметь. Ё-моё. Капец, они сильные. Вот это да. Я понял. Короче, двое прорвались. Я, в принципе, ее прошел, получается, да? На карту. Только звезда какая-то тускловатая. Экспертный режим, миссия 2. Что за... Не понял. Сохранить 100% базы, награда за выполнение. Что это такое? Понятно. После еще вот этого всего прохождения появляется какой-то экспертный режим. И что он дает? Экспертный режим. Давайте попробуем. Интересно даже как-то стало. Получается. Так, ладно. Нанять мы пока не можем. Может быть, это как-то попробовать все-таки экипировать. Хорошо. 23 кристалла осталось. Окей, начинаем. Со старта что у нас тут? Ставим этого парня. Понеслась. На всякий случай пару мин поставим, чтобы не порвались. Хорошо справляется, классно. Так, ладно, давай быстрее чуть-чуть. Ну. Не давать никому прорваться. Вроде как-то держимся пока. 10 волн, боже. Так, надо немножко приостановиться. Хорошо. Так, поменяем на автоматы. Здесь все стоит как надо. Крупничок пошел, да?
Блин. Куда поставим? Так, надеюсь, там пока никто не прорвался. Надо, наверное, сюда кого-нибудь на всякий случай поставить. Так, это лаз ему. Так, 10-я волна. А мы, в принципе, справляемся. Все отлично. Блин, тут эти гусеницы. Надеюсь, не пройдут. Сейчас посмотрим. Экспертный режим пройдем, не пройдем. Так, отлично. Все, пока складывается довольно хорошо. Блин, какие гадкие, а? Мы там встретимся в любом случае. Ого! Отлично. Все. 1000 награда. Награда за паузу. Не знаю, что такое награда за паузу. На карту. И что? Так, экспертный режим я прошел, теперь появились крылышки, да? Сохранить 100% базы. Экспертный режим. Ой, все, не хоть... Нет, я не хочу. Еще раз проходить. Хорош уже. Экспертный режим прошли один раз. Хватит. Все. Надо, короче, видимо, пройти третью миссию, чтобы открылся вот этот вот парниша. Льдом и жаром, который жарит. Посмотрим сейчас. Угу. Так, они начинают где? Ой, божечки. О, там какой-то парень у нас стоит уже, ждет. Три волны. Отлично, пока все складывается как нельзя лучше. Угу. Мы можем кого-нибудь тут еще поставить на всякий пожарный. Мало ли прорвется. Смотри, парни такие не кислые идут. Поменяем им, пожалуй, оружие. Так, вторую волну запускаем. Давайте побыстрее чуть-чуть. Он сейчас будет пытаться прорваться. О, летуны, да? Стоять! Блин! Ну ты, черт побери, прорвались, а? Как так-то? Эть, не могу купить. Так, третья волна. Сейчас что-нибудь докупим. Летающих я как раз вот и не подозревал, что они тут могут быть. Прорвались, а. Так, ну вроде пока... Пока вроде все ничего так складывается. Справляемся. Главное теперь оружие вовремя всем амуницию покупать, и все будет отлично. Давай побыстрее, пирохан. Все? Все, блин, двое прорвались. Ну это понятно, не знал. В следующий раз такого не будет. Серебряная звезда. Нравится игра, ну голосовать. Так. Ящик, отлично. Давайте откроем. Ну, давайте что-нибудь хорошее. Пистолет. Мотылек.
еще один дробовичок. 2715 мин, отлично. Какой-то автомат, наверное, пистолет, пулемет. Что у нас тут в войсках новенького? Ага, 185. Экипируем вместо этого. Тут у нас парень появился, да, тренировку можно первую запустить и закончить сразу. Можно обучить навыки его. Что у него? Объем магазина увеличивается. Ну ладно, выучим навык. Одно очко, в принципе, это так уж много. И что у нас? Этот парень, у него пистолеты появились, но мы его однозначно не сможем нанять. Тут появился еще один дробовичок с рейтингом 61, а экипирован 82. Смысла нет. Значит, его разберем. Разберем. А вот этот вот, может быть, можно улучшить еще. Получится у нас 2050, 45 не хватает. Хорошо. А если это улучшить? 20. 1300 можем. Еще раз улучшить, что нужно. 37 уже не хватает. Но мы здесь можем кое-что разобрать. Это нам не нужно. Так, здесь все пока есть. Тут у нас какой-то два пистолета есть крутых. Вот это мы можем разобрать. Экипировать назад. Не можем пока экипировать. Магазин. Играть. Все тут на четвертой миссии сейчас. Сыграем разок с новым героем. Кто у нас тут появился? Добавить в отряд огнеметчика. Отлично. По амуниции ничего нету новенького, да, только 15 минут, в принципе, их должно хватить. Ему сразу оружие поменять. Чтоб изначально у него основным. А, ну вот у него основное, в принципе, сразу крутое и будет идти. Экипировано. Ладно, тут пускай так, как есть, так и есть. Все. Последнюю миссию играю. Честно слово. У нас ракетчик появился на миссии, да? Как они тут будут идти? Идут они отсюда. Значит, здесь ставим огнеметчика. Здесь ставим дробовика. И понеслась. Вот сколько вас тут. О, там сейчас ящик, походу, какой-то взорвут, да? А что меня никто не стреляет? Эй, парни. Ладно. Ну, так, ладно, покупаем. Надеюсь, в нем что-то очень хорошее. Редкое оружие, отлично. Вот так вот, кажется, можно эти ящики еще покупать. Так, это у нас уже вторая миссия, да? Чувствую, у вас тут ломится. Капец какой. И тихо, пауза. Решили немножко с другой стороны. О, у этого ракеты, да? В принципе, довольно неплохо. Тут вроде справляемся. Огнеметчик тут хорошо выдает.
отлично. И здесь парни с огнеметом поставим. Вообще никто не пройдет. Надеюсь. Вот это класс. Не, ребята, это без шансов. Ты не пройдешь. Все, конец. Все просто было. Все было очень просто. Так, кристаллы и монеты. Все отлично. Так, пятую миссию. Не хочу больше проходить никаких миссий. Что у этого парня тут появилось? Что я могу сделать? А, вон оно что. Требуется третий уровень. Ладно. Сейчас мы тебе сделаем третий уровень. Экипировать. Сюда экипируем это. Значит, это разбираем. Все отлично. А это у нас уже экипировано, но лучше. Можем улучшить еще. Не хватает нам немножко на улучшение. Зачем нам вообще два оружия? Я что-то не понял. Снять. Разобрать. Улучшить нельзя. Хорошо. Навыки у него теперь появились. Так, это дальность стрельбы. Выучить навык. Теперь появилось урон по здоровью больше. Скорость стрельбы больше. Хорошо. Так, 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 так. В принципе, здесь тоже, я не понимаю, на черта нам столько этого оружия разобрать. Все разбираем. По одному оружию вполне достаточно, я думаю, каждому. Да, да. Снимем вот это вот. Так, 14. На это снимем. Разберем. Дальность 410. А здесь дальность 400. Нет, значит, эту снимаем. Эту снимаем. Не понял. Ладно. Сюда экипируем. Вот. А это снимаем. Что за бред? Я что-то не понял. Ладно. Снимаем это. Так. Значит, разбираем. Раз ты не хочешь, значит, разберем. Экипировать, снять. Если попробовать разобрать, оружие будет доступно после найма этих войск. Пока не могу. Ну и все. Получается, нам нужно теперь усовершенствовать, если получится этот. Улучшить. Наличие 67. О, можем. Все хорошо. Еще раз улучшить, еще больше урона, еще больше дальность. Но нам уже не хватает. Все получали по разу. Раз, раз, раз. У этого не улучшено. Ну и ладно. По навыкам у нас что там? Мы можем кого-нибудь потренировать, в принципе. Тренировка этого парня. Интенсивная тренировка 6. Объем магазина. Тренировка. Интенсивная 18. Он пока хватает. Увеличение по здоровью противника, увеличение скорости стрельбы. Давайте увеличим. Так, четвертый левел. Тренировка. 2000, это интенсивная. 62 стоит, обалдеть. Дорого как. По идее, я теперь его взять не могу, да? Начать и, по идее, без него, да? Без него. Ну и ладно, тогда не будем начинать. В общем, ну так, для развлечений просто создано. Для нескольких минут игры. До босса я не дошел, но они, скорее всего, тут, я думаю, есть. Карта такая, как бы, довольно внушительная первая. Вот в конце босс. И, скорее всего, что что-то там дальше еще будет, да? Это так, бесплатные игры. Время в игре убито пришельцев, заработано за миссии, выполнено миссией. Ну все, в принципе, здесь. Как бы простенький такой интерфейсик.
Рекомендую. Не на длительный срок, на чуть-чуть, но поиграть стоит. Ставьте лайки мне. И игре можете лайки поставить, в принципе, можно, да, игра хорошая. Подписывайтесь на канал, оставляйте в комментариях, играли вы, не играли в эту игру, понравился ли вам этот ролик с этой игрой. Ну и до новых встреч.